Чак-чак в подарок и десятки желающих пообщаться и получить автограф. Известный футбольный комментатор с порога делится. Казань – один из самых наших комментаторских любимых городов для командировок. Поэтому на всякий раз сюда приезжаю с удовольствием. Очень рад, что у вас будет много матчей во время чемпионата мира. Футбол – феномен среди видов спорта. Самый массовый, самый зрелищный, с самыми разными фанатами. Я болельщица, просто-напросто болельщица всего мирового футбола. Я смотрю европейский футбол, я смотрю все чемпионаты Европы, даже Азии стараюсь. Люди нашей эпохи, журналисты, всегда люди интересные, мыслящие, тем более он освещал 5 чемпионатов мира. Я думаю, что здесь столько информации всевозможной. Чего стоит история вратаря Барбозы в финале чемпионата 50-го года, пропустившего гол? На родине бразильца буквально прокляли до конца жизни. Самые яркие эпизоды турнира, со слов очевидцев легенд советского футбола и по архивам. 2,5 года, практически все свободное время я уделял работе над книгой. Я съездил в музей ФИФА, я работал 3 дня в библиотеке, чтобы не повторяться, потому что вдруг такое издание похожее существовало и существует на другом языке. Теперь в одном месте все главные матчи, сенсации и курьезы, и, конечно, лица каждого из чемпионатов за почти век. Вопрос автору, чего ждать от пока грядущего мундиаля. Кто бы стали чемпионом мира 2017 года? Какая страна? Ну, по моему поводу очень много шуток в интернете, да, что, помните, там кого-то полковника нашли с миллиардом наличных денег, и была шутка, что это у него столько денег, потому что он ставил против моих прогнозов. Шутки шутками, но фаворитов черданцев не скрывает. Германия или Бразилия. После исчерпывающих ответов долгожданная автограф-сессия. Лина Зинатульна, Андрей Стальцев, ТНВ, Казань.